Ну, я вернулся. Так, ну чё, чем мы тут займёмся? Ага. Что у нас тут? Хосе Кастильо взял в плен повстанцев из нашего лагеря и собирается казнить их на площади. Нужно спасти их. Да, я ещё это... тяну это. Объекты военных. Ну да. А, ты. А, ну у меня тут еще пока нету. Никаких, вон там. Пума сильная. Рад тебя видеть, Дани. Я хотел зайти, посмотреть, может быть, оружие что-нибудь сделать. Сделал еще кучу. Где тут верстак? Сейчас все равно ночь на дворе. Так что можно, в принципе, сходить и к верстаку. Так, чтобы не прогавить. Секундочку. Забываю. Поехали, а то увлекусь. Так, использовать рюкзак. Тут у нас это все тут нормально. Это ничего не сделаешь. Это тоже. Мы просто давай сейчас посмотрим, какое там где. Здесь там нет лук. С лука можно что-нибудь сделать? Черт, блин. Лук мне тут нахер не нужен. Переоденемся в это и посмотрим, что мы можем сделать. Вот. Отравленные стрелы. Ну, мы пока не будем. Быстрое прицеливание. А что я рассматривать? И это все фигня. Модификация. Это все не то. Давай-ка мы пулеметы посмотрим. Вот этот вот. Бронебойные.
Ну, этот какой-то несерьезный, блин. А, вот это можно. Можно. Установить. Пойдет. Больше тут нечего тут ставить. А, вот здесь. Брелки мне не надо. Так, что я тут еще хотел улучшить. Диски вообще фигня. Так, тут нам ничего не надо модифицировать. Пулеметами все ясно. Снайперки все. Здесь это вообще нам нахрен. Целеуказатель. Модификация. О, вот этот сюда вообще хорошо идет. Потому что тут перезаряжаешь постоянно. Ну все, да. Больше пока все. Так, поглядим сюда. Да это... Это... Пусть пока будет так. Так, ладно. Где я? Ага. Пойдем возьмем задание. Пока сейчас туда-сюда, оно уже расцветет. Кого они забрали? Не важно. Сколько раз мы должны их выручать, папа? Когда это кончится? Камила, они наша семья. Нам нельзя так рисковать. Так, это не твой лагерь, и не ты отдаешь приказы. Что случилось? Нашего Хосе. Их казнят в Вердере, на площади. Сами виноваты, что попались. Нет. Это ты виновата. Сколько раз я говорил тебе, что мы должны учить их быть повстанцами, но ты никогда не слушала. Верь в других, и поверят в тебя. Как хотите. И что? Значит, просто бросим их? Мерда, я знаю, каково это. Это ты виноват. Значит так. Ты там сидел в тюрьме, протирал жопу, блин. Идем, вытаскиваем наших врагов. А в это время наших товарищей арестовывали. Нужно ими заняться. Ну, там есть колокольня. И если залезть, будет видно все. Перед казнью будешь в башне. Никто не должен видеть, как ты в нее заходишь. Есть кое-что для тебя. Винтовка Фили с оптическим прицелом. Я ее спрячу. Мигель, я и Камила на площади. Филли у радиовышки. И без мобил. Монтерус Астель Финаль, Камила. Шампань! Ну, пойдем. Куда нам идти? А тут совсем недалеко. Можно перенестись сюда. Потом доехать.
вперед. Ну, как дела? Так, ну, охота здесь уже у нас отменяется. Добро пожаловать на Запад, друг. Сразу на тихие перейдем. Громкие это потом. Мне все равно этот мне не нравится. Вот, оденем такой. О, вроде как турист идет такой. Идет турист по городу. По незнакомой улице. Давай-ка возьмем сейчас. Иди-ка сюда. Что вы для меня припасли? Хрена! О, медикаменты мне нужны. Пожалуй, я пойду отсюда. Ключ какой-то взял. Пошли. А тут что хранится? Это за значок такой. О! А брелок? Ладно, хватит мне. Пойдем, они там сами пускай побоюют. А, я ж хотел взять машину. Что-то взорвался. Загорелось. Да хрен он зачем. Уже. А я не в ту сторону иду. Типона, мать, блин. Вообще не туда пошел, блин. Тогда надо вызывать машину. Транспорт скоро будет. Вот. Хороший выбор. Спасибо. Гатита, для тебя нет места. Так, ну в город-то надо будет пробраться тихохонько, поэтому, в принципе, мы выйдем где-нибудь здесь. Да-да-да. Всем привет. Джованни идет грабить банк.
на то пошел. Ха-ха, в другую сторону вообще жизнь. Танк, блин. Карлос, я у церкви. Эй, это Мигель. Мигель? А где Карлос? Он занят. Сможешь забраться на колокольню? Думаю, да. Хорошо. Я оставил тебе там винтовку. Смотри, чтобы тебя не засекли. Ладно. Суэрте, друг. Блин, тут заборчики какие-то понаделали. Огороды прям как у нас. О, блин, тут рядом проход. Ни хера он такой проход. Там у нас снайпер. Надо смотреть в оба. Запалили. Их повесили одного за другим на площади Вердера. Нам нужно защитить свой рай, и в нашей чистой стране нет места такой погони. Внимание, истинная генерация, это ваш бесстрашный лев, генерал Хосе Кастильо. Хочу уведомить вас, что на площади Вердера сегодня проходит публичная казнь. Говорит генерал Хосе Кастильо. Я с радостью объявляю, что схватил несколько лжеяранцев и террористов, которых признали виновными в убийстве и предательстве. Сегодня их повесят на площади Вердера. Узрите, как я очищу Яру. Военных. Красавец.
хотел нажать F5, потом сохраниться так, то здесь же так не положено. Я счастлив уведомить вас, что нескольких... Мы на позиции. Окей, хе-хе, я здесь. Движок не глушу, сэрта. Я вижу, Хосе. Не стрелять, пока не скажу. Яранцы! Это честь для меня, видеть вас здесь. А для вас честь, видеть тут меня. Это... лже-яранцы, таким, как они, нет места в нашем районе! Главное, баб набрать. Алехандро. Кохоне. Они примут смерть от мощи Яры. Их повесят прямо на стволе этого танка. Что делать, Карлос? Карлос! Надо было стрелять не в воздух, вот, а по этим бабам сразу. Коси ты пьерду, каброн. Башня, идиоты! Надо было срезать эту хрень и сбросить ее. Папа! Он может умереть. Надо уходить. Эспада! Я возьму его. Прикрывай, окей? Дани, мы должны Шампай, забрать его отсюда! Сюда. Погоди. Так-то будет лучше. Понесу! Они все прут и прут! А? Идем! Филли ждет там! Взякну я ему. Прикрою! Филли, ты где? Мне не пробраться! Тут жарче, чем у дьявола в заднице! Алехандро у нас! Он ранен! Ясно, встретимся у радиовышки! Ладно! Амиго могу сменить? Не могу. О, призвать. Лапа будет лучше. Пошла! Я прямо за тобой. Граната, понял? Ложись!
давай пошли куда-нибудь. Умирает. Тяжело он умирает. Почти уже. Давай, шевелись, блин, сейчас сдохнет твой этот, блин. Там 20%. Поехали! Вперед, Филину! Дали, Фили, быстрей! Я уже морализм и разболюсь и все, что могу! Впереди враги! Ага, вижу! Погиб. Папа! Бинго! Это хорошо. Не умирай, братик. Давай, давай. Папа. Табачные поля. О, взорвался, блин. Вон там. Тот сам умер. Главное, супрема в помещениях не применять, а то иногда, блин, вместо С, В нажмешь, это значит, вместо присесть, это... А, полетело, блин! Из лагеря пришла подмога! Ну давайте, давайте, доедем уже. А, это наши, хотел подстрелить их. Твою мать, да, никакого хера! Ты должен был прикрывать нас! Винтовку заклинило. Мигель дал мне сломанную пушку. Сука!
Убьем его, козла! Блять, этой мрази! Они ждали нас. Походу, это была подстава. Бинго! Ух. Доехали. Прошу, живи, Ирманита. Далее, далее! Положим на стол. Он дышит, нет? Сердце не бьется. Держись. Фили, дай мне минуту! Что бы ты ни думала, это не я. Думаешь, это не твой брат? Мы же знаем, что он предатель. Что насчет Фили? Он ведь шарит во взрывчатке. Эспада! Ты спасла папу, но даже не подумала спасти меня. Бросила подыхать в этом сраном лагере. Во-во-во-во, раскрылся наконец эти козлины. Или мы его теряем. Думаешь, твой папа страдал? Представь, что Хосе творит с людьми, когда у него есть время. Не подходи! Я мог бы сдать весь этот сраный лагерь, но не сдал! Чёртова Монтера. Нам всем конец, Камила. Мы все умрем! Иди! Ну, одну жизнь за другую. Спада! Не суетись, пойми, лев спокоен перед убийством. Си, папа. Стреляй! А! Спасибо. Пьем, дядя. Уже слышал о нашей великой победе на Западе? Карлос Монтеро мертв. Наш табак в безопасности. А его повстанцы бегут. Стреляй! Комендьерто, дай сюда! Бьен! Бьен! Диего, твой брат ждет похвалы. Зная, что он задумал, сказал бы, что Монтеро живут среди фермеров. 200 лет как. Дядя, я хотел тебя удивить. Диего, сколько солдат твоего брата тоже там живут? 80%. Верно. И вот мы видим, как мучеником стал самый знаменитый Монтеро. Посмотрим, сколько солдат захотят трудиться ради рая тебе. Порфавор, Эй, ты убил птицу Диего. Беги. Что? Беги. Птица не попала братану-то в задницу. Стрелять-то умеет. Парниша, молодец. О, операция завершена. Так, нужно кое-какие сделать изменения. Энн пришло, по всей аре появились более сильные бойцы ФНД. Блин. Понятненько. С Александром сейчас поговорим. Дай-ка мы тут переоденемся. Так, вот этот пулемет меняем на вот этот пулемет. Хотя он, блин, говёный. Вот эта пушка, да. А это, блин, я даже не знаю, на что ее поменять. Не, огненный это хорошо, и этот огненный хорошо. Дробовик. Этот настолько хуже этого, что? Ого. Да, на ближнюю дистанцию. Точно, ближняя, средняя, дальняя. Отлично, берем. Вот так вот, да? Тут все это.
Вот этот, конечно, бы помощнее. Ну, хотя, в принципе, огненные хорошо, они все загораются, и можно их там мочить долго и упорно. Так. Комплект 2. Этот у нас хороший. Здесь все. Все по-тихому. Но вот этот вот у нас не очень тихий. Ну, что бы тут такое тихое применить? Не знаю, пиломет этот посмотрим. Не, вот этот вот. Он убивает с одного выстрела всех. Если надо, значит, то надо. Бац, и готов. Дальность средняя. На близкой дистанции, ну, пойдет. Так, охотничьи у нас тут все как и есть-то. Так. Огненные. Ну, тут все огненное. Вот этот, блин, тут. Тут блажь, она хорошая. Еще и с гранатометом, а других я тут не знаю. Тут хорошего ничего такого нет. Пулемет этот оказался фигня. Ни туды, ни сюды. Снайперка нам тут, она у нас там такая есть, дробовик. Тут тоже есть лук, гранатомет. Он хилый. Лук тем более, блин. Ладно, пускай так пока остается. Так, ну что? Ола, Дани. Могу я что-нибудь улучшить тут? О, погоди, чувак. О, это же Дани. Это он, да. Ни хрена мы тут не можем построить. А что у нас, блин? Ну и ладно. Так, где тут? Дани, мы можем поговорить? А, о. Давай, раненый, я давай. Я так и не поблагодарил тебя за спасение. Вы с Камилой не бросили меня, хотя могли. Грасиас. Со мной связался отец Пьетро из Вердеры. У него мачете моего папы. Это все, что осталось в память о нем. Я пока что не в состоянии это сделать. Папа погиб из-за меня, а я не могу справиться даже с таким заданием. Священник будет ждать тебя, Дани. Ну, если ты согласишься. Ну, конечно. Грасиас, Дани. Грасиас. Как же иначе? Так, что мы тут видим? По крайней мере, доберемся до места. Так, крокодила, если что, мы вызовем потом. Давай-ка мы сейчас кошечку вызовем. Чичарон еще тот. Вот бум-бум, блин. Хорошая штука. Ну, когда попадем, тогда попадем. Пока у нас тут, в принципе, и так хорошо. Да, ты пока пойди, покушай. Подкормись. Так. Что, нам опять туда, что ли? Ну? Быстрое перемещение. Зато мы быстро можем переместиться. Бац, и там уже. Так, нет, тут уже надо другое, мы уже не на охоте.
переходим к тайным операциям. Можно пока, в принципе, спрятать. Клара, мы попали в ловушку. Карлос убит, с его сыном Алехандро дела обстоят немногим лучше. Дани, нельзя, чтобы эта семья исчезла вот так. Монтеро нужны нам не только, чтобы избавиться от Хосе. Они помогут нам захватить Эсперансу и покончить с его дядей Антоном. Псы, я что-нибудь придумаю. Он церковью. Поговорите с отцом Педро. Не можете найти то, что вам нужно? Да, город вряд ли оправится. Лос-Янто, Карлос. О, прости. Здорово. Ола. Вы отец Пьетро? Си, Алехандро сказал, что ты придешь. Знаешь, я до сих пор помню день, когда венчал Карлоса и его жену. Давно это было. Но, увы, мачете здесь нет. Что? Почему? Его забрали солдадос. Они в своем любимом баре Лараха. Я отмечу на карте. Грасиас, падре. И простите, что все так вышло. Это где-то у нас с другой стороны. О, так это ж тут рядом. Убежище трола. А потом бар. Ну давай, в убежище переместимся. Надо будет повзрывать эти, блин. Пушки. На макушке. Надо расспрашивать народ, народ подскажет. Ола! Надо поговорить! Надо так есть надо. Есть новости. Ты бывал у Мурала Латриада? Говорят, там несколько людей пропало. Спасибо. О, Володя, привет! Как спасибо. Жизнь? Знаешь, я понимаю, доверять мне непросто. Сейчас в лагере много новых людей. Все норм. Ну... О, блин. Не все способны вот так простить. Не мне тебя прощать. Просто выкладывайся по полной. Этого я жду от всех. Алехандро, как ты там? Да ничего, наверное. Мачете у тебя? Пока нет. В церкви его не было. Кахонес, где оно может быть? Не парься. Я все устрою, мой мама. Так, костюмчик охотника. Так, куда нам идти? Наверное, туда. Так, прямо, потом направо, а потом налево. Все, я понял. Пойдем. Налево. Налево это... А тут нету у нас спуска никакого. Ну, кроме как падать камнем вниз. Бляха-муха. Ладно. Пойдем где-нибудь найдем. Может найдем, а может не найдем. Ну ничего, хорошая ночная прогулка. Идешь себе с котиком, котика выгуливаешь. С таким котиком можно гулять где хочешь.
и когда хочешь. О, художнику пришлось попотеть. Высвечивается, но пока никого. Это птица какая-то летит. И мявкает что-то там. Иди на лошадях, наверное, с прогулки возвращается. Солдатами будем разбираться уже завтра на стриме и в следующей серии на там, на летсплеях. Так что давайте, народ, все, тут нас сегодня заканчиваю. Продолжение следует. Ну, если что, пройдем ночную прогулку заново. Ничего страшного. Пойду, надо другими делами заняться. Ну и тут подготовить, в принципе, летсплеи, запись этого. Я бы оставлял ее здесь. Но, во-первых, YouTube сразу там находит кучу нарушений авторских прав. Это значит, в лучшем случае разделишь еще с десятком всяких правообладателей. И так там чего нету. Значит, в худшем случае вообще лишит монетизации. Ну и, как я говорил, все равно, что у нас здесь рекламу не показывают. Это поэтому... И заработок тут никакой. Поэтому тут оставлять видео нет никакого смысла. Вообще. Здесь я, по крайней мере, с вами общаюсь. Ну и иногда вы там что-нибудь кинете, какой-нибудь кусок, блин, к Костомаху. На тебе, блин, Олд. Ха-ха, погрызи. Вот. Поэтому на ВКонтакте. Надеюсь, там у меня срастется. Ну, не срастется, значит, придумаю что-нибудь еще. Потому как все равно любой труд должен быть как-то приносить пользу. Плохо сажать огород, где-то ни хрена, блин, не растет. Все. Пока.